японские подгузники фирмы ГУН. Такая большая пачка, размер М, в ней 68 штучек, рассчитаны для малышей с 6 до 11 килограмм. Мы сейчас 7 килограмм весим, и нам они очень хорошо. Так вот выглядит сам подгузник. Такой он довольно-таки большой. Внутри у него мягкая дышащая поверхность. Тут такие резиночки, если жидкий кал. Липучки многоразовые, что очень удобно. Можно заглянуть в подгузник. Вот здесь на попке тоже резиночка очень удобная. Здесь разные рисунки. Вот у нас много этих подгузников, и на каждом подгузнике разный рисунок идет. Также есть специальный индикатор наполняемости подгузника. Подгузник сухой, индикатор желтый. Когда подгузник намокает, индикатор становится синим. Всем рекомендуем к покупке.